Сделано так, потому что Пак Ын Гиль, когда создал компанию, придерживался такой идеологии. Воскресенье – это день для отдыха. Проводите воскресенье максимально со своей семьей. Бинарные шаги закрываются с понедельника по субботу. Обороты, которые проходят в воскресенье, они переходят либо на субботу, либо на понедельник. Это еще один такой плюс в компании. Когда человек совершает покупку, он может выбрать, на какой день эту покупку закинуть. Плюс-минус один день. Если кто-то делал уже заказы с российского сайта, возможно, замечал, что там есть такое поле «Дата покупки». И там можно выбрать вчера или завтра. Воскресенье, допустим, вы можете выбрать или пятницу, или субботу, или понедельник. Потому что воскресенье, оно позиционируется, ну, в системе как суббота. То есть суббота – это как бы два дня. В среднем 26 бинарных шагов можно закрыть в месяц. Так. Окей. Можно переключить на другую презентацию? Есть вопросы? Так, это предыдущая презентация. Вот. Так, давайте наглядно я вот покажу. Бинарная структура. Вот вы зарегистрировались. У вас есть левая ветка, у вас есть правая ветка. Вашу команду вы можете регистрировать людей из любой страны, где Атоми уже открылась. Вот, допустим, регистрируйте слева россиянина, еще россиянина, американца, американца и так далее. То есть выстраиваете свою левую ветку. И выстраиваете, получается, здесь уже канадец начинает выстраивать свою ветку. И так далее. Американец строит сам, уже без вашей помощи. Вы строите далее свою правую ветку. Казахстанец, кореец, тайванец и так далее. То есть таким образом растет ваша структура. Растет она очень быстро. Теперь, допустим, здесь, так это у нас чей флаг? Мексика. Допустим, мексиканец прокупается на 100 тысяч баллов. Что происходит? Эти 100 тысяч баллов учитываются у всех людей, которые находятся над ним. То есть американцу, канадцу, канадцу и так далее. Вверх. То есть они учитываются в групповых оборотах, на 100% у всех. Ну, соответственно, и у вас тоже. Потому что этот человек находится в вашей команде. Теперь здесь американец прокупается на 100 тысяч баллов. И эти обороты также идут вверх, вверх всем, кто находится над ним. Без ограничений. То есть это нигде не урезается. Но 100% считается у всех. Так далее закупается следующий канадец. И дальше поползло вверх. Таким образом, у вас слева накопилось 300 тысяч баллов. То есть три человека совершили покупки, у вас накопилось 300 тысяч баллов, и вот здесь, получается, у всех людей, которые под вами, у них также слева накопилось 300 тысяч баллов. Здесь уже 200, 200 и так далее. Справа похожая картина. Здесь у нас кто-то с Камбоджи начинает покупать, и эти баллы учитываются у всех, кто зарегистрирован над ним. Идет следующим образом. Это у нас... Малайзия, не помню, чей флаг. Так, также 200 тысяч, и кореец закупился на 100 тысяч, 300 тысяч. То есть слева-справа накопилось 300 тысяч, неважно за какой период времени, но как только накопилось, в конце этого дня у вас фиксируется бинарный шаг, и на следующий день отчет идет с нуля. Этот момент понятен? А можешь спросить? Да. Что значит фиксировать бинарный шаг? Мы какое-то действие должны? Нет, система автоматически делает все сама. То есть это не официальное понятие, это слово, которым я пользуюсь для объяснения. Ты думал, каждый день заходить? Нет, заходить не нужно каждый день. Можете вообще не заходить, да. А подрезание есть? Нет подрезания никакого. У многих возникает вопрос, как такое возможно, что нет ограничения по количеству уровней, что можно строить структуру бесконечно, и то, что нет никакого подрезания, что на 100% баллы учитываются у всех. Тут все очень просто, это простая математическая формула.
потому что ваши выплаты высчитываются по вашей меньшей ветке. То есть, если здесь посчитать математически, здесь все прозрачно. Понятно, как баллы считаются? Подождите, как? Пожалуйста. Да. Меньше по меньшей ветке. То есть, если получается в одной ветке, ну я не знаю, там, пусть 600 будет QI, да, а во второй ветке 500, то будет бинарный шаг. Бинарный шаг будет фиксироваться 300 тысяч, потому что это бинарный шаг первого уровня. То есть следующий бинарный шаг это 700 тысяч. Мы сейчас об этом поговорим. Если в вашей меньшей ветке более 700 тысяч баллов, то будет фиксироваться бинарный шаг второго уровня. Но для этого нужно иметь третий уровень дистрибьюторства. То есть здесь по тому, как распределяются групповые баллы, понятно? Там кто-то внизу прокупается, это учитывается у всех. То есть эта система позволяет что делать? В дальнейшем, когда люди совершают покупки для себя, когда им нет смысла наращивать личные баллы, они совершают эти покупки под ID своего партнера. Обычно того, кто находится в самом низу, чтобы эти баллы учитывались для всех. Таким образом, помогая своим партнерам, своими покупками закрывать бинарные шаги. Так, идем дальше. Вернемся к этому слайду. Так, мы рассмотрели бинарный шаг в 300 тысяч. То есть здесь идет у нас торговый представитель и агент. Следующий уровень дистрибьюторства – это специальный агент. Также два способа. Либо 700 тысяч баллов личных, либо 1 400 000 баллов оборота в меньшей ветке за предыдущий месяц. Здесь нельзя прыгать с уровня на уровень. То есть если вы были в июне торговым представителем, вы не можете в августе стать специальным агентом. Потому что, еще раз, если вчитаться, агент, условия, накопление 300 тысяч PV или торговый представитель с накопленными 600 тысяч PV в меньшей ветке за предыдущий месяц. То есть я советую вчитаться в это. Если вчитаться в это несколько раз, то можно понять, что здесь имеется в виду. То есть если вы были торговым представителем в прошлом месяце и накопили оборот вашей меньшей ветки 600 тысяч баллов, накопили, это значит, просто у вас прошел такой оборот, то вы в этом месяце в текущем становитесь агентом. Если в прошлом месяце вы были агентом, то есть если сейчас август, вчера был, допустим, июль, если в июле вы накопили 1 400 000 личных баллов и были агентом при этом, то в августе вы можете стать специальным агентом и так далее. Например, вот теперь я вернусь к этому пункту, то, что вот у многих лидеров 300 тысяч личных баллов, но они находятся на этом уровне и вообще не переживают о своих личных баллах, потому что их обороты продолжают расти, расти, расти и расти. Я, например, нахожусь на... У меня 700 тысяч личных баллов, но я тоже нахожусь на этом уровне. Получается, когда мы начали... Ну, естественно, когда мы начали, у нас не было баллов, мы начали совершать покупки, вышли на вот этот уровень, потом вышли на этот уровень, естественно. Когда мы вышли на этот уровень, у нас в структуре еще не было зарегистрированных людей, то есть мы еще никого даже не пригласили. Мы просто пробовали продукцию для себя. Мы начали постепенно людей приглашать. На уровень специального агента мы вышли в марте. То есть у меня тогда было, у нас было 600 тысяч личных баллов, и я купил набор Абсолют, он дает 100 тысяч баллов, подарил жене, и, соответственно, стало 700 тысяч баллов. И здесь... В этом же месяце, в марте, мы стали мастерами продаж. И наши обороты стали расти. И далее уже в апреле мы стали дилерами, и в мае мы стали эксклюзивными дистрибьюторами. То есть автоматически. Мы уже не прикладывали никаких специальных для этого усилий. То есть у нас получается в апреле обороты в меньшей ветке за март были больше 3 миллионов баллов. Потому что если вы мастер продаж, сейчас мы об этом поговорим, у вас будут обороты больше 3 миллионов баллов за месяц. И далее, в следующие месяцы, в мае, мы стали эксклюзивным дистрибьютором. То есть здесь написано 4 миллиона 800 тысяч баллов нужно иметь оборотов в предыдущие месяцы. У нас их было больше 11 миллионов. То есть мы не прикладывали, вот специально, чтобы подняться на уровень, мы уже не прикладывали никаких усилий. Для чего нужны эти уровни? Уровни нужны для того, чтобы получать больше денег за бинарные шаги. То есть, перефразирую, уровни нужны для того, чтобы вам были доступны более высокие бинарные шаги. То есть за бинарный шаг в 300 тысяч баллов, начиная с агента, все получают одинаково, около 60 долларов. Специальный агент, получается третий уровень дистрибьюторства, может фиксировать бинарные шаги в 700 тысяч баллов.
То есть если у человека проходит на конец дня 700 тысяч баллов в меньшей ветке, у него фиксируется бинарный шаг второго уровня. И он за это получает примерно $120. То есть если посмотреть, выгоднее закрывать бинарные шаги в 300 тысяч каждый день. Потому что здесь 300 тысяч – $60, 700 тысяч – $120. То есть такая зависимость идет немного не прямо пропорциональная. 700 тысяч баллов следует уже закрывать шаги, стремиться к ним, когда вы уже можете закрывать почти каждый день шаги по 300 тысяч. То есть пока цель каждого человека – понять, как все это работает, и начать закрывать бинарные шаги. Вообще, первая цель, которая у нас была, закрыть первый бинарный шаг. Посмотреть вообще, как это работает, убедиться на практике. Мы собирали первые заказы небольшие. Когда закрыли первый бинарный шаг, были очень счастливы. Потому что закрыть первый бинарный шаг сложнее всего. Потому что это ваши первые шаги, наращивание вашей системы потребителей, вашей сети потребителей с самого нуля. То есть все начинают с одного уровня. 700 тысяч баллов – это уже примерно те шаги, о которых можно задумываться уже примерно на уровне, когда вы получаете 3-4 тысяч долларов в месяц. Далее уровень дилера, он у вас, я уверен, будет уже достигнут тоже естественным образом. Для дилера нужно 1,5 миллиона личных баллов, либо обороты 3 миллиона и уровень специального агента в предыдущем месяце. Дилеру доступен следующий бинарный шаг – 1,5 миллиона баллов. Такой бинарный шаг я закрыл только один раз, чтобы слева-справа прошло больше 1,5 миллиона. Почему это сложно? Потому что это должно пройти за один день. Потому что если у вас на конец дня будет 1,2 миллиона или 1,4 миллиона, допустим, слева-справа 1,4 миллиона, у вас зафиксируется вот этот бинарный шаг. Потому что до 1,5 миллиона вы не дотянули. Это понятно? Как все это считается? Вопросов нету? Следующие крутые бинарные шаги, следующие 4 бинарных шага, они доступны для уровня эксклюзивный дистрибьютор. То есть это максимальный уровень, и на этом уровне вы можете регистрировать шаги 2,4 миллиона баллов, 6 миллионов баллов, 20 миллионов баллов, 50 миллионов баллов. Получается, вот здесь, именно этим, этой системой и построена вот эта трапеция, о которой говорил ранее. То есть все обороты ваши групповые, которые будут превышать 50 миллионов баллов, будут уходить в общий котел и распределяться между всеми равномерно. То есть они для вас уже не учитываются. То есть человек, который зарегистрировался первым, у него проходят огромные баллы. Но на самом деле первый человек, который зарегистрировался, он не достиг максимального уровня. Он сейчас находится, он получает приличные деньги, но Imperial мастера, получается первый Imperial мастер, он номер 7. Человек с номером 7.